Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и колеса субботние чуть-чуть запоздавшие, но потому что шиномонтаж проходили они какой-нибудь, я не знаю, там, меняли летние колеса на зимние, и что-нибудь еще там, я не знаю, делали заплатку, я не знаю, прокололись, мне просто сказали, типа, бля, подожди, мы опаздываем, тут, короче, что-то там шумно, что-то началось, не могу говорить, связь пропала, вот так вот мне эти колеса рассказали, вот приехали, собственно, и сидим, записываемся вместе с ними. Начинаем мы с уровня под названием Don't Move. Куплинов от Куплинов Крут. Это не я. Ну, я сам про себя такого не написал. Я написал Куплинов просто. Ах, ну, это словами не передать. Ладненько. Don't Move Куплинов. Как ты заметил уже... Ладно, не буду про это говорить, а то в пизду. Не замечай этого. Не замечай. Я про микрофон. Я про это уже просто говорил. Я не знаю, что там с прошлой серии изменилось, или это в прошлой серии я уже поменял. Но это Don't Move, который не работает. Я просто микрофон в другую сторону переставил. А, да, это же было, все правильно, я про это уже говорил. Короче, ладно, хрен с ним, не работает уровень, пойдем в меню. Гзрарян 777. Я не знаю, как правильно звучит. Очень много согласных подряд, и это очень трудно для произношения. Impossible Куплинов, окей. Эй, пшалста. Это знаешь, плиз без е, это что-то аналог типа пжалста, наверное, российского. Пжалста. Оцени 5 и сохрани повторку, Куплинов вон лов. Окей, Димка, хай. Здорово. R8 NC. Что такое R8? R8 это же, ну, надо R5 говорить. Ну ты же живой, сука, ну как тебя зацепило? Это твою же ж мать, спокойно. Это проблема, знаешь, в чем? В том, что я больше не допрыгну до туда. Было слишком удачно. Вот так вот. Опа, ошейся, слышишь? Ты чё, спокойно. Да ёб твою мать. И shift. Раз. Хорошо. Замечательно. Отличненько. Еще раз shift. Shift, замечательно. Воу-воу-воу! Но если бы не мина, я бы был уже внизу победителем. Смотри-ка, раз. Та-ра-та. Та-ра-та-ра-та-ра-та-та-ра-та. Да, вот так вот надо сделать. Та-ра-та, он летит обратно туда, смотри. Ну нет, сука, ну ты вот такая, блядь, вот когда надо, он никогда в жизни, блядь, не полетит вперед так далеко. А вот когда не надо, он, пожалуйста, полетел вперед далеко. Ну не надо было вперед далеко лететь, серьезно тебе говорю. Нужно было вернуться на ту же исходную позицию, с которой мы взлетели, спокойно. Ну, естественно. Есть, алло, ты чего? Есть... Вот. Та-ра-та-та-та-та. Надо что-то сделать с миной, и тогда все будет нормально. Сука, как же его так расшибает-то неплохо. Спокойно. Во! Тихо. И раз. Метод дурачка, проверенный годами, столетиями, работает как никогда хорошо. Карсвелл. Левел фор Куплинов. Окей, Карсвелл. О, прям есть... Просто фор Куплинов. Ну окей, изливели, почему бы и нет. Привет, Куплинов. Медленно. Да врешь ты, никаких медленно. Это реально. Я не спорю. Я приехал. Ой, бля, это жестко. Короче, это говорит реально, но ладно, поехали. Я понял, в чем проблема. Нужно катиться на шаре. Все, давай. Поехали, алло, шар. Че не катимся-то? Его нужно как-то толкнуть сначала, что ли? Это было, короче, в этом, как в Guns and, как там, блядь, называется, типа Happy Wheels 3D-шный, там была такая же хуйня, нужно было просто на дереве кататься. А теперь нужно кататься, ну серьезно, что ли? А нужно кататься на шаре. Окей, поехали. Давай. Разгоняйся, шар, разгоняйся, сука! Нет, ну это нереально. Его нужно как-то сначала подбить, а потом на нем ехать. Давай. Это сильно, это сложно. Я уже не могу отсюда тронуться, знаешь почему? Потому что когда я выравниваюсь, колесо это укатывается туда вперед и все. А здесь я уже все. Бля, это очень сложно, ты чё? Во, давай. Давай. Нащупал! Хорошо. Нащупал эту золотую хорошую серединку. Только не перекатывай. Он катится сам, вообще ничего не нажимаю. Я даже не регулирую. Красава. Очень, конечно, все это медленно, но это работает. Он разгоняется! Колесо хорош, не разгоняйся.
Бляха, ну я это сделал, красавчик. Ведь не обманул, понимаешь, не обманул. Говорит, реально и пожалуйста. Димон 3-7. Димон 3-7, макс спид для Дим. Понимаешь, макс спид для Дим, для всех Дим, которые живут. Макс спид для Дим. Ой-ой-ой, ну что это за название уровня, скажи мне, пожалуйста, что это такое? Это нельзя. Так, Макс спит, ну допустим, поехали с маманькой. Ой, спешалфорк, тихо-тихо-тихо-тихо, спешалфорк. Ой-ой-ой-ой, все что ли? Замечательно. Максимально быстро, максимально четко, максимально одноразово пройдено, красиво затащено. Димон 1999, спешал фор Куплинов. Окей, спешал, уточнение, если ты не понял с первого раза, пожалуйста, закрепи спешал. Не просто для Куплинова, а специально, мать его, для Куплинова, специально. Ну, специально, так ладно, поехали, тогда с тобой сама выбрался, окей. Слоу, привет, Дима, это мой первый уровень, я тоже Дима. Окей, окей, окей. Тихо, спокойно. Ага, это не тот персонаж, который нам нужен. Нам нужен примерно как-то вот ты, потому что прям под тебя все это спокойно. Нет, ты посмотри, под тебя это все неспокойно. А, ну можно, в принципе. Ну, надо разогнаться просто. Смотри, вот так раз. Дать изначальный толчок, мышка, уйди. И тогда он проедет, окей. Изначальный толчок был дан. А-а-а! Нет-н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 ет, нахуй, знаем мы такие приколюхи. Спокойно, хорошо. Ой! Нет, ну это я спокойно пролетаю, потому что я знаю, куда всовывать колесо. Вот сюда нужно колесо всовывать, промеж них, и все будет нормально. Спокойно, мины. И раз, до свидания. Меня минами на полу не возьмешь, блядь. На ровном полу меня минами вообще не возьмешь. Спокойно, тихо-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 тихо. А-хе-хе, не-не-не. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага, это наебалово, я понял, вниз. Хорошо. Меня пытались обмануть, но я справился. Bottle Run. Окей. Bottle Run, ты финал. Эх, ты ж мать твою, нихера, где бутылки-то? Где, блядь, половина бутылок-то? Что-то, по-моему, меня пытались об... Ты понял? Ты понял, какой Bottle Run? Это не Bottle Run, а полу-Bottle Run. Нихуя половины бутылок не хватило. А, Санек Леме, Куплинов. Коурс, окей, или подожди, как правильно читается? Привет, Димасик, пройдет уровень плс, без проблем. Мать твою, опять, ты посмотри, опять превьюшки просто так и сыпятся. Блин, в плей, жди экрана, передай привет Сане, и передай привет Винтер Кэти, и передай привет еще кому-нибудь. И знаешь, такой весь уровень, короче, едешь по уровню, просто передаешь привет тому, кому написано. Здравствуй, змея. Медленно. Блять, в смысле? Аж дернуло меня. А, там мины, сука. А как я медленно поеду, он их задевает по-любому. О, блядь, как медленно нужно ехать, нихрена себе. Наебал систему. Ты понял? Хорош. Так, здесь нужно тоже медленно ехать, потому что здесь треугольнички. Окей, так, ладненько, давай сделаем вот так вот. Вот и все. Вот красиво было, да и все. Дело, смотри, раз. Да, блядь, хватит меня после голову-то отрывать. Одна мина не работает, все хорошо. Никаких медленно. Медленно это для слабаков. Мы делаем все четко, быстро, хорошо. Ага. Но здесь про другого не получится, как бы мины это не шипы. Точнее, шипы это не мины. С шипами все гораздо сложнее. Хорошо, ну замечательно, просто красиво. Охуенно. Вниз. Без проблем, поехали. Здрасте. Ебать, как повезло сейчас. Вот это называется попёрло-пропёрло. Осторожно! Ой, спасибо за траекторию. Траектория прям вообще, блядь, он не поедет никуда. Сука, в меня гарпун зашел. Да ладно, да на нет! Ним платформам удет. Сука. Ничего не понял. Ладно, еще раз. Окей. Без проблем. Нормально! Минус голова. Две сначала. Да хорош вы... Чего, блядь, голову тебя отрывает? Чего, блядь, за взрывная волна такая дикая? Короче, весь прикол в том, что там группуны как-то дико прям меня... А я могу кинуть пиздюка туда вниз, и пиздюк все группуны с собой снимет. Вот это будет нормально. Пиздюк, пойдешь в расход. Он рад, он ей такой руками болтает, вот так, ура, я пойду в расход, на меня всем похуй. Да, ты пойдешь в расход, пиздюк, все хорошо. Так, окей, только надо не вспомнить, на Катерил или на Z, на Z. На Z выкидывать пиздюка, правильно? Спокойно, Z. Блять, ну я shift. Сука, на Катерил, конечно же.
не взрывайся на мини. Ой, как хорошо все четко. Так, на катерил. Для тебя я нажал на shift. Я даже не на Z нажал, нажал почему-то на shift. Я перепутал место нахождения этих кнопок. Ну перепутал, ну с кем не бывает, подумаешь, спокойненько. Тихо, аккуратненько. Окей, замечательно. Кидаем пиздюка. Пиздюк, существует отдельно. Ай, ты уже взрослый, тебе пора. Да что ты кишки-то свои здесь зачем оставил? Бляха, ты серьезно, пиздюк? Давай-ка лети туда, я тебе говорю, вперед, мне нужна твоя помощь. Лети. Ну лети, пиздюк! Вот собака ты, слышь, что? Смотри, если я поеду вот так вот. Хорошо, хорошо, замечательно. Так, вот теперь осторожно. Ага, осторожно. Угу. Угу. О, я клюнул, он поцеловал камень. А, смотри по верхним платформам и едь. Блять. Это типа нужно было реально смотреть, ну как, не то, что реально. Нужно было. Бляха, ну там дыры-то не должно было быть. Почему с самого начала дыра-то появилась? Это же нечестно. Дыра с самого начала вообще нехорошо. Я думал, там, как бы, блядь, платформы соприкасаются, я же откуда понимал, что там дыра. Я понял, что нужно смотреть по верхним дыры и эти дыры избегать. Смотри-ка, раз-раз-раз. Ты ж ёптую, ну серьезно. Вот. Так, пиздюка нужно пустить в расход опять. Там же после верхних платформ по-любому будет финал. Вот серьезно тебе говорю. После верхних платформ будет финал. Главное, четко кинуть пиздюка. Смотри, пробел и пиздюк пошел. Да пиздюк, ты что не пошел-то? А, нормально, пошел. Пошел пиздюк, красиво. Окей, спокойненько. Осторожно. Блин, ну что ты, сука, ну что ты делаешь-то? Давай уже пройдем этот уровень и все. Просто возьмем его и пройдем. В чем проблема-то? Это же уровень простой. Но это начинает действовать знаменитый синдром этого первой неудачи. Это знаменитый синдром, который проходит на психохэппивилсоведении, когда, блять, когда вот ты, знаешь, идешь такой на расслабоне первые разы. Потом ты понимаешь, что, блядь, ну, что-то не так, ну, что не так, так я соберусь сейчас нормально и пройду. И вот это вот, знаешь, вот это вот собрание свое, собирание в конце, в итоге, оно тебя начинает, бляха, оно тебе начинает мешать, потому что, езжай, пиздюк, давай, во, вот. Че, уже поймали сразу прям к стене? А, нет, все отлично. Так вот, ты не чувствуешь расслабона, и в тебе начинает что-то защемлять, что-то тебя начинает сжимать, и ты не можешь спокойно... БЛЯТЬ! Ты не можешь, сука, полностью раскрепоститься. И это начинает тебе мешать. И это начинает мешать. И, соответственно, из-за этого уровни перестаются проходить. Сука, заебешь. Вот пиздюк сейчас пошел вниз хорошо на позатой попытке. И так он должен был идти изначально. Но так как я слишком собран, так как я слишком напряжен, слишком нервен и слишком... Опачки... Я нихуя не понимаю. То есть он выкинул пиздюка, и сразу месть случилась. Месть пиздюка такая незримая. Может, пиздюк какой-нибудь супермен там или X-Men. У него есть суперсила какая-нибудь такая суперсильная. Окей. Окей! Ну вот теперь-то окей? Стоять. Ага. Поехали. Хорошо. Тормози! Так, вот теперь нужно кинуть, во-первых, сюда стол, все это в урну, в мусорку. Ну, конечно, вот они, видишь, промежуточки, вот они, смотри-ка. И раз, хорошо, и два, хорошо, и три, отлично, и четыре, замечательно, и раз. Чё там, мини, спокойно. Воу, хуя себе, ты кто, спокойно. Блядь, там чё-то, спокойненько. Тупик, финиш, конечно, тихо. Блядь, ускорение. Сука, о нет, гарпуны. Ты знал мою реакцию на гарпуны. Так, хорошо, ускорение. Если я поеду задом, вот так вот, то меня убьет. Нужно ехать передом в любом случае. Смотри-ка.
Фуй! Масленок 71, масленок. Вот любит себя человек. И я ничего плохого ему не скажу. Ничего плохого ему не скажу. Надо себя любить. А especially. Это, блядь, еще хлеще, чем просто special. Это especially. Это не просто наиспециальнейше для Куплинов Play. Понимаешь? Наиспециальнейше. Самое сложное вообще слово. Масленок, наверное. Это будет тренировать твои нервы. Ну хорошо. Но я нервы тренировать дорого не буду, поэтому... Ты аж ебаный свет. Сразу. Ну хорошо, окей. Масленок очень жесткий человек. Он будет тренировать наши с тобой нервы. Спокойно. Ага. Айсгарпун не работает, он черный, окей. Спокойно. Ага. Да все хорошо. Тихо. Спокойненько. Я прыгать не буду вперед. Я лучше посмотрю, что там просто есть, а потом зеленая кнопка. Это странно. Это... А, нет, это просто текстурка. Текстурка просто не прорисовалась. Хорошо. Так, спокойненько. Вот так вот. И раз. Отлично. А, это 3D уровень, я понял. Блять, это дыра. Дыра в 3D уровне. Это хуево. Спокойно. Тихо. Не падаем, не надо, не надо, не надо. Я не понимаю, где 3D уровень кончается. Ой, хорошо. Ой, замечательно. Ой, красиво. Сейчас убьет. Нет, 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 нет! Че ты там, нервы проверял? Нервы мои проверял. Ты проверял мои нервы. Какие нервы? Я совершенно спокоен, совершенно расслаблен. Я, знаешь, я нахожусь в этой, как ее там называют? В этой, когда все похуй. Нахожусь в этом состоянии. Меня невозможно вывести из себя. Утофир 33, Sword Through 2. Ну, наконец-то. Наконец-то можно спокойно посидеть и покидать мечи. Тяжелая версия написана, окей. Sword Through by Utofir 33 for Kuplinov P RN5, please. RN5, please. Так, блядь, а вот это, короче, очень печально все. А я не донес до этих мечей. Раз. Сразу, смотри, как много подбил и толку. Ой, хорошо, ой, замечательно! Отличненько. Тихо-тихо-тихо-тихо. Опа. Красиво! А, ну как... Это как, блядь? Что это? Ты ж, мать твою, серьезно? А, я начинаю догадываться. Начинаю догадываться, в чем смысл. Толстого нельзя задевать, все, я понял. Как я только его задеваю, сразу я начинаю умирать. Спокойно, не задеваем Толстого, окей. На-ка. Хорошо. Не задевай его! Блять, все равно не понял. Это далеко. Это близко. Ну, сука. Окей, окей. Окей. Ну, серьезно? Да, блять, ну... Вот это было мощно. Я так, я не понял, как меня здесь убьет что-нибудь. На-ка. Давай, и раз. Отлично. Так, я все... Блядь, мечи откуда-то появляются. Спокойно. Какого Ай, блядь, какого трогать-то нельзя? Ладно, толстого тронули нормально. Вот это, смотри, три меча, три трупа. Хорош красавчик. Ты ж, блядь. Его шатает, его просто убивает, походу, не из-за того, что я что-то не то открываю, а просто потому что. Да серьезно, что ли? Окей. Ну, блядь, ну что-то здесь не так. На. 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 Ох, вот это было хорошо. Ты ж, блядь. Хорошо. Хорошо. Сука. Бля, это последняя попытка. Ты ж, мать твою. А-а-а, достал. Блять, лови! Ты ж, мать твою. Как, блять, ну как так-то? Хорошо.
Замечательно. Красиво, отлично. Ты же, блядь. Да ну серьезно, что ли? Да алло! Мистер Реверс Игректи. For КП мистер Реверс Игректи. Уточнил, он уточнил. А хай КП. Что это, блядь? Что это? Объясните мне. Что это? Как, вот это что? Вот что это такое? Как отсюда вылезти? Что делать? Отсюда вылезти надо, я понял, я уже застрял. Ну ты заебались, Тик Андресов, объясните мне. Выпрямись, выпрямись, теперь нагнись. Окей, а теперь раз, и вот так вот, поехали. И раз. Ну дотянись-то, блядь, до нее. Серьезно, что ли? Ай, жопа твоя не пролазит туда, ну! А как отсюда выбраться? Да это, блядь, нереально. Это нет, тут нет смысла в этом. Знаешь почему? Потому что нет, вот и все. Как-то раскачать его надо, как бы, чтобы он подпрыгнул. Нет, он просто застревает, и все. Ой, ладно, короче, посмотрели на эту обезьяну, хватит. Это нелогично, он не может ни за что зацепиться, а постоянно цепляется коленками за все, и мне кажется, что когда этот уровень делалось, наверное, монетка была поближе, если что-то изменилось с него, я не знаю. Это какая-то старого созыва, так сказать, уровни, они еще могли, наверное, быть косячными. Я не понимаю, ну, полтора часа сидеть тыкать на стрелочки я не хочу. А Finger 12, Special for КП, окей. Фингер. Это палец. Палец 12. Привет, Дима, это мой первый уровень. Надеюсь, он понравится, типа того. Он маленький и короткий. Окей, скажи hello или я. Привет, здорово. Тихо, спокойно. А, все, он короткий. Я не подрасчитал его короткости, что он может быть настолько коротким. Я куда-то улетел. Так, спокойно. Ага, опа, а где нога? А вот и я. А вот и... Тоже хорошо. Нул Рейн Рус. Ниндзя левел. Ниндзя. Это когда ты должен быть скрытным, четким, незаметным и смертоносным. Ну окей, это про меня. Это я. Это я. Это просто мое полное описание. Ой, блядь, это не то, что требовалось от ниндзи. Кто, блядь, намазал эту херню? Почему он так покатился? Угу. Угу. Да я могу это сделать просто по-другому, и все. Я же могу спокойно от стен отрикошетить. Я же так делал уже где-то. Да, блядь, серьезно. Не могу. Могу! Сука, он задел головой! Что за херня? Блядь, ну он задел же ногой-то, ну. Точнее, даже не ногой, а головой задел. Это еще более ценно, чем ногой. Да ну подпрыгни ты, ублюдина, что-то, ну подпрыгни. Давай, спокойно. Да это пердулька, сука, не хватает этой палки, коротковатая палка, что за херня? Тихо. Да куда ты, зачем ты поехал на ней, что она у тебя какая кривая-то? Спокойненько. Да ёб твою мать! Тихо. А! Я сказал, что я могу. Я могу, я умею, я знаю, мы проходили. Даниил 009. Easy win for КП. Это хорошо. Easy win это прям замечательно. Easy win это прям то, что нужно. Прям вот easy. Естественно, я так и подумал. Катидзе 13. Проскочи гарпун. Это, блядь, странное название, а нет такого, проскочи гарпун. А это мой пин, ну-ка давай посмотрим, может быть это просто один автор, почему бы и нет. Где гарпун? Какой гарпун нужно проскочить? Ага. Блядь, серьезно? Я же был на финише, я уже всеми персонажами на финише был, почему меня убило? Что за херня? Ну давай не разрывайся нахуй тут. Музыки не было, вот это обидно. Гризлис суперлевел 220. Ты помнишь, как щелкать пошли? Вот разыгрались маленько и пошли уровни. Прям полетели суперлевел 220. Бай Гризлис для купленного в плей. Окей, опачки. Прыжок был хороший сейчас, но недостаточный. Вот сейчас будет нормально. О!
А в смысле? А как так-то? А он должен был меня подэтывать? Тут персонаж можно? Нельзя. Да, он должен был меня подбросить. Гонза Металеро 99% impossible. Ну, окей, посмотрим. Две тирешки. Вот это. Окей, ты можешь это сделать. Возможно. Возможно и нет. О, блядь. Ты во мне сомневался, вот признайся честно. Скажи, вот ты сейчас сомневался в этом или нет? Я вот ни разу вообще не сомневался. Как только увидел этот уровень, я сразу понял. Он сейчас-то пройдется вот с максимум там со второго раза. И пожалуйста, понимаешь? И пожалуйста, берет, проходит. А ты во мне сомневаешься. Так не надо делать. Нельзя, это запрещено. Арбузовка. Арбузовка. Как правильно? Не знаю, арбузовка, наверное. Афор Дмитрий Куплинов. Окей. Посмотрите, это я сделал. Окей. Привет, Куплинов. И всем привет. Окей, это он сделал. Посмотрите на него. Ой! Тихо. Хорошо. Окей. Ну, окей. Не буди деда. В смысле? Ох ты ж, блядство! Спокойно. Ага, я хотел с мины красиво сделать. А, нет, не получилось. Ой, нормально, на финиш летим. Смотри, сразу на финиш. Сразу. Не будем тянуть долго. Сразу финиш. Хуй ты там. Окей. Ну нет, так нет. Нормально. Просто нужно допрыгать и перепрыгнуть. И все будет нормально. Смотри. Опа. Это хуево. Это да. Вот когда хуево бывает, вот это как раз тот момент. Прям сразу видно было, что это что-то немножко не то. Спокойно. Не прыгаем. Во, вот это хорошо. Вот это прям замечательно. Так, не будем деда. Почему я там помер-то? Потому что вина ударился, я понял. Спокойно. Чуть-чуть. На коленках проползем. Раз. Хорошо. Дед не будем. Это мой первый уровень, короткий. А почему дед будет нельзя? Димон, красава. Еще чуть-чуть. Тут не пролезть. Давай наверх. Окей. Наверх. А чего не зацепляется-то? Окей, так, теперь вниз туда не ходи, только вниз. Святой арбуз. Ну, давай попробуем вниз ходить без проблем. Прям туда. Хорошо. И финиш. Вот так вот, понял. Привет всем, дорогие друзья. Это прям вот сегодня день картин. Какая-то картинная выставка в каждом уровне. В каждом уровне практически. А пост 42-60-63. 60-63, да, есть такое число 60-63. Level for Dima 2. Ну окей. Привет, Дима, включай Google Translator, если сможешь. Я хочу сказать хорошо, удачи у тебя, YouTube. Побольше подписчиков, здоровья и счастья. Я что-то там, я хороший мужик, и я очень хочу встретить с тобой где-нибудь событие, такое как Витфеста и прочего. До свидания. До свидания. Ну окей. Прочитай комменты. Окей. Ой, зачем, блядь, нормально же было. Хорошо. Езжай, блядь. А что... Что не так? А, вот сюда. Изи-пизи, лимон-сквизи, косого. Косого, вот так вот. Фендер ПВ, хард Куплинов. Окей. Без проблем. Первый уровень, не расстраивайся, если не пройдешь. Все бывает в первый раз. Здрасте. Приехали, окей. Тихо. Опа, пиздюк уже ушел. Отлично. А что меня подбросило, так я не понял. Хорошо. А, меня подбросил шар. Отлично. Где конец-то? Да, блядь, что это за хуйня? Тихо. Окей. Не надо, нахуй.
хорошо. Медленно. Ебать! Вот это далеко было сейчас. Ну, бля, вот если бы не этот шар, меня бы вообще нормально не убивало бы, и все было хорошо. Блять. Ох, что ж мать твою. Но я больше туда не вылезу, да? Ах, что ты ж, ну окей. Отлично, спокойно, все хорошо. Блять, нет, больше не пройдешь. Нормас, спокойно. Окей. Все хорошо. Все замечательно. Все идет так, как положено. Все идет красиво. На чем я подорвался? На слоу, что-то там куда-то ударился. Спокойно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Сука! Ну серьезно, что ли? Хорошо. Нормас. Красиво. Тормози, 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 тормози. Тормози, не торопись никуда. Тормози, сука. Хорошо. Вытарата. Так, что у меня там подорвало? Что мне подорвало? Тихо, тихо, тихо. Блять. Ну хорошо. Мы его прошли. Я видел финиш, и мы не будем на это затягивать. Последний прыжок подвел. Последний прыжок подвел, но я не хочу. Вот, не хочу и все. Вот серьезно, вот он финиш. Это значит, как показатель того, что когда-нибудь у Хэппи Уилса будет финиш. Но постоянно. Он будет практически вот-вот, но еще нет. Это должно вселять в тебя надежду. Ссылка на мой в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на инстаграм, комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.